Классификация подшипников качения. Классификацию подшипников качения осуществляют по различным признакам. По способности воспринимать нагрузку. По сериям. По классам точности. По форме тел качения. По числу рядов тел качения. По конструктивным признакам. Возможности самоустанавливаться. Классификация подшипников качения по способности воспринимать нагрузки. Подшипники бывают радиальные, воспринимающие преимущественно радиальные нагрузки, действующие перпендикулярно оси вращения подшипника. Радиально-упорные, предназначены для восприятия одновременно действующих радиальных и осевых нагрузок. Упорно-радиальные, предназначены для восприятия осевой нагрузки при одновременном действии незначительной радиальной нагрузки. Упорные воспринимают только осевую нагрузку. Классификация подшипников качения по сериям. В зависимости от соотношения размеров наружного и внутреннего диаметров, а также ширины, подшипники делят на серии: сверхлегкую нулевую, особо легкую единица, легкую двойка, легкую широкую пятерка, среднюю тройка, среднюю широкую шестерка, тяжелую четверка. При одном и том же внутреннем диаметре кольца подшипника, в зависимости от серии, наружный диаметр кольца и его ширина изменяются. С увеличением серии растут габариты и нагрузочная способность подшипника. Классификация подшипников качения по классам точности. Подшипники выполняют 5 классов точности: 0, 6, 5, 4, 2. Обозначения даны в порядке повышения точности. Точность определяется точностью основных размеров деталей подшипников и точностью вращения. Точность основных размеров деталей подшипников определяется отклонениями по внутреннему и наружному диаметрам и ширине колец, а для радиально-упорных также по общей монтажной высоте. Точность вращения подшипников характеризуется радиальным и боковым биениями дорожек качения, биениями торцов внутреннего и наружного колец. Биения обычно измеряют индикаторами часового типа при медленном проворачивание колец. 0. Подшипники нормального класса точности. 6. Подшипники повышенного класса точности. 5. Высокого класса точности. 4. Особо высокого класса точности. 2. Сверхвысокого класса точности. Для большинства изделий общего назначения применяют подшипники класса точности 0. Классификация подшипников качения по форме тел качения. Тела качения могут быть выполнены в форме шарика, ролика цилиндрического короткого, ролика цилиндрического длинного, иглы, витого ролика, конического ролика, бочкообразного симметричного ролика, ролика сфероконического. Все формы тел качения представлены на слайде. Длина длинных цилиндрических роликов в два раза больше их диаметра. Тела качения игольчатых подшипников – тонкие ролики и иглы диаметром 1,65 мм. Длина игл в 5-10 раз больше их диаметра. Классификация подшипников качения по числу рядов тел качения и по их возможности самоустанавливаться. По числу рядов тел качения различают подшипники однорядные, двухрядные и четырехрядные. Изображения всех таких подшипников приведены на слайде. По возможности самоустанавливаться различают подшипники не самоустанавливающиеся и самоустанавливающиеся, то есть такие, которые допускают поворот оси внутреннего кольца по отношению к оси наружного кольца. Примеры подшипников приведены на слайде.